В Каспийске прошел субботник по уборке мусора. Акция была организована в целях недопущения усугубления ситуации по вывозу отходов. С привлечением более 30 единиц техники были убраны улицы, на которых образовались скопления мусора, а также улицы, прилегающих к городу дачных поселков. В общей сложности на место временного размещения отходов было вывезено более 60 КАМАЗов. Всего вывезено более 700 кубов мусора. У нас случился мусорный коллапс ввиду того, что управляющая компания «Лидер» отказалась в дальнейшем проводить сбор и утилизацию мусора. Поэтому Министерство природных ресурсов и экологии в полном составе вышло сегодня на экологический субботник с целью уборки контейнерных площадок. И в случае необходимости в дальнейшем будут проводиться аналогичные мероприятия. Параллельно вопрос нормализации работы в данной сфере решается.